Всем огромный привет! Всем привет! Мы снова вместе с Максимкой, а значит, нам пришла посылка. Посылка пришла из города Тюмень от Оленьки. Это наша фея, которая нас второй раз уже балует. Оль, спасибо тебе огромное! Да? Ага. Как вы многие помните, в прошлый раз посылка немножечко пострадала в пути, разлилась пена. Но, тем не менее, пострадал не товар, а просто коробка, ну и некоторые там бумажные упаковочки. Оля, не прошло и месяца, как нам пришла вот такая еще огромная коробка. Спасибо тебе огромное. Даже больше спасибо, чем эта коробка. На самом деле радости нет предела. Максимка такой счастливый со школы пришел, и вот такой подарок. Ну, давайте открывать, посмотрим, потому что очень не терпится на самом деле. Ну, давай. Нашим чудо-ножом руку убирай. Так, давай я тебе помогу, а то Максимка так опасно его держит. Почти. Оля, чего тут только нет. Вам не видно, наверное. Сейчас я покажу. Вот такая красота сразу открывается нашему обзору. Ну что, Максим, давай начинать. Давай. Меня многие спрашивают, за что вам шлют посылки, ну, что вы делаете такого, что вам присылают. Это надо спрашивать у девочек на самом деле. Вишневая соль. Ух ты. Вот такая соль с ароматом вишни и миндаля. Я люблю соль. Да, соль нас любят все, но Максимка больше. Я открою. Я знаю, в чем она. Ой, как вкусно пахнет. Вау, будто я вишневый сок пью. Да, пахнет прямо чисто вишневым соком. Ну, еще миндалем чуть-чуть, но больше вишни. Оленька, спасибо. Я знаю, почему называется соль. Потому что она выглядит как соль. Ну да, она, это соль. Ну, давай. Вот. Ух ты. Это от Ифраше. Смывать, да, краску. Смывать краску. Ну. Увлажняющее чего? Увлажняющее мицеллярная вода. Мицеллярная вода, да, смывать краску. Ну, смывать макияж. Смывать макияж. Опять сейчас мужское население мне скажет, откуда он это знает? Она просто похожа по виду. Да. Я уже видел. Здесь пакетик с пробниками. Мы долго будем открывать. Тут так много, тут так интересно. Да. Я каждый показывать не буду, но их тут очень много. Вот этот интересный какой. Он вот такой двойной. Вот так смотрится. Это, наверное, шампунь идет. И, да, уход за волосами. Шампунь и маска. Или бальзам, вот оно тут с двух сторон. Ой, Оль, спасибо. Вот ты настоящая фея. А вот это что? Это новинка. Я только вчера смотрела у Светланы ролик, и она показывала новинку от Ифраше клюкву. Я говорю, ты знаешь, вот, ну, она показывала там клюкву, мандарин или апельсин и грушу. И мне так клюква заинтересовала. И вот она, эта клюква. Ой, какая красота. Это гель для душа и крем для рук. Клюква и миндаль, наверное, да? Посмотри, с чем клюква. Клюква с миндалем. С миндалем, да. Получается, там вишня с миндалем, а это клюква с миндалем. Да. Приятный аромат клюквы, но такой сладковатый клюквы. А, да, вот мармеладка клюквенная. Да, 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 да. Вот как будто вот что-то такое со сладостью. Спасибо, Оль, вообще такая красота. Ай, я не отпустила. Хотела убежать. А ой, еще... какая красота. Ну, давай дальше. А-а-а. Чего еще? Вот. А это детская. О-о-о. Это пена для купания перед сном. О, будем мыться. Будем то... ляльку купать. Мою ляльку. Буду мыться. Да. Купаться мы любим. Вообще,
Аромат такой лавандовый, да? Такой детский, такой мягкий аромат. Да, аромат лаванды. Вот, это тоже для меня. Спасибо. Это одна фирма, посмотри, одна. Да, Johnson's Baby. А это шампунь перед сном. Помогает малышу быстрее заснуть и крепче спать. Значит... Так что моя лялька будет крепко спать и быстро засыпать теперь. Запах, наверное, тоже ландыша. Лаванды. Да. Все, что ночное, оно обычно пахнет лавандой. Даже цвет такой вот. А, усыпляющая лаванда по запаху. Она, ну, как успокаивающая. Но не ярко выраженная. Вот он правильно никак не унюхает быстро-то. Вот такие два средства классные. Мне кажется, новинки, потому что я такие не видела. Обычно в желтеньком, на таком оформлении. Такое красивое все. Так, пробничек. А, это пробничек мужской водички, а ты Фраше. Это мне нюхать получается? Это тебе будешь нюхать. Ну, давай после ролика, а то мы сейчас будем долго нюхать. Так, это у нас... Сейчас я буду переводить. А, это дневной крем. Лифтинг эффект. Ой, как классно. Вот такой вот крем. Очень хорошо. Я люблю вот кремы, я люблю. Особенно маленькие. Помада. Это бальзам для губ. Тоже с клюквой. Это одна серия, да, эти три штуки. Это одна серия вот сюда. А выглядит по-разному. Да. Ой, так много. Это от Yves Rocher. Ну вот что ж они так мелко-то? Я могу уход прочитать. За телом, питательное молочко для тела. Вот такой вот тюбик. Все такое мимишное. А вот это, заранее прочитаю, очищающий гель для лица, бархатное питание. Ух ты! Да, это тоже от Yves Rocher, вот такой гель для лица. Наверное, вкусно пахнет. Ну да, такой приятный, спокойный. Ой! Гель для лица прямо на лицо летит. Можно побывать одного. Вытерся? Намазала. Чем тебя вытер? Простите. Сейчас будем вытирать. Какая прелесть. Ну, пока Макс умывается, пока он тестирует гель для лица, мы будем мыть пятки. Доставай ногу. Сейчас мы протестируем следующее средство. Ой, вы знаете, пемза такая интересная. Я потом поближе покажу. Очень интересная вот сама вот эта вот терочка. Она по форме подошвы. Ну, по форме-то да, но тут еще вот... Материал? Да, сама вот, как ее объяснить-то вот. Почувствовать, она кожаная. Да, как будто кожаная. Да. Я потом поближе покажу, такая интересная, оригинальная. А пахнет вкусно. Так пахнет у тебя, гель для лица пахнет. Полотенчики, вот зачем вытираться. Да, и чего я лезла за полотенцем? Оля, все уже предусмотрел. Смешно, конечно. Вот такое красивое. Очень красивое, такое летнее, позитивное. Ну надо же, как я умыла Макса. Спасибо, Оленька. Так, наше мы пока далеко не будем убирать наше. Чай! Это чтобы на десерт попить. Да, чай. Это черный чай Липтон, 20 фильтр пакетиков. Где аромат? Вот тут можно посмотреть. Ну, в общем, тут ягодный. С лесными ягодами. Вот такой. Спасибо, Оль. Чай мы любим. Forest fruit. Вот, лесные фрукты. Да, ягоды. Ага. Конфетки. Тут сладкое удовольствие. Каприз. Мини-каприз называется. Это молсательные. Молсательные. Краснодарск. Ой, это черный чай с чабрецом и душицей. Краснодарский. Вот это вообще класс. Оля, спасибо. С чабрецом очень люблю чай. Для меня, наверное, самый вкусный это с чабрецом. А тут еще и с душицей. Ну, легкий, да. Легкий такой травяной есть аромат. Спасибо. Прямо здорово.
И еще чай. Так такое чувство. Да, вам видно или нет, но я вот так вот. Еще тут чай. И мне кажется, что внутри есть пазлы. А, ну да, тут просто так он сделан. А, анимирован. Да, как будто пазлы. Тоже чай. Английский классический. Классно, спасибо, огромное спасибо. Как раз я хотела сегодня попить дома чего-нибудь сладкого. Ух ты, морс. Фрутоняня, морс ягодный. Без консервантов. Я даже хотела попить все равно сладкого. И плюс еще вот такой красивенный подарочный пакетик. Все было в пакетике. И еще был вот такой пакетик прошлый. Да, вот такой был красивый пакетик. Еще Оля так все красиво упаковала, все так празднично, подарочно. Да, следующая коробка вообще интересная. Это так, точно. Давайте я вот сюда буду складывать, чтобы никуда не девать. Ну давай, вот такая коробочка, очень-очень красивая. А ее придется как-то вскрывать. А вот, давай, вот идет, тяни. А, это бантик такой. Открываем бантик. Давайте вместе Тут одни украшения, посмотрите. Ну все, я потерялась. Какая красота. Да как много. Тут чего только нет. Оля. И очень красивая баночка. Да, сама коробочка красивая. И все в таких красивых прямо мешочках. Ну давайте одну откроем, что-нибудь посмотрим. Это сережки, что? Нет, это украшение на шее. Ой. Так, и сережки. Тут и сережки? Да. Вот такое вот колье. А, это, я кажется, понял. Это очень похоже на золотую рябину. Да, и серьги. И похоже на маленькие золотые гирьки. И вот такие серьги. Ну, я поближе, конечно, я сейчас в конце ролика все это поближе покажу, чтобы было видно. Вот такая красота. Это очень похоже на золотую рябину и золотые гирьки маленькие. Ой, так много всего интересного. Да. Ой, что-то у меня сегодня все прыгает. О, тоже шарики. Тоже шарики, сейчас посмотрим. Так интересно. О, это... Вот это заколочка. Вот с такой красивенной бабочкой. Резинка с бабочкой. Ну, сейчас далеко, поближе покажу. А это цвет так... Ой, тут что-то тоже очень-очень красивое. В упаковочке они выглядели как красные, да, клюквенного цвета все выглядело. Ага. Улыбочка. Вот такое теперь колье. Вот это колье больше подходит мне вот к этому наряду. А это тоже похоже на гирьки. А это браслет. Вот такой красивый-красивый браслет. Прям вот очень красивый. Оленька, спасибо. Прям я даже вот и колечку, и к одежде. Так красиво. И огромное спасибо. Упаковывают. Да, и все в такой в органзе красивенный. Мне даже отсюда уходить не хочется. Я хочу дальше. Вот такой красивый браслет. Вообще. Так еще много всего. Да, еще много. Больше половины. У меня даже состояние такое шальное. Вау. Смотрите, какой браслет интересный. Это похоже на эту, как... Ну, как такая, змейка. Ну да, вот такая, да? Вот так двигаешь. Да, 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 да. Радуга такая. Вот такой браслетик. Красивый. Какой приятный на ощупь-то. Холодный, ага, такой приятный-приятный. Как плетеный. Если двигать, так приятно. Это, наверное, ручная работа, мне кажется. Мне нравится двигать его. Приятный. Да, вот есть такие змейки, да? Вот такая красота. Давайте еще посмотрим, интересно же. Какая тут красота. Вот такой браслет. Красивый. Тоже поближе покажу потом. Ой. Так. Тут что-то тяжелое и красивое. А слоник. С птичкой. Ой, какой хорошенький. Слоник с птичкой. Вот такой слон. Слоник. И у него тут на попе сидит птичка. И есть цветочек. На попе. Вот такая я буду красивая в слонике. Мамочка, а тебе нужно еще вот сюда повесить и на руку повесить браслет. В общем, мне нужно все на себя сразу повесить. Я буду самая красивая тут девочка на кухне.
Так, дальше. Ой, а тут вообще все красивее и красивее. Сейчас все на себя одену. Я уже и про посылку забыла. Ой, давайте я это покажу ближе. Я в конце ролика вот эту красоту покажу. Тут вообще вот сплошной восторг. Розы. Вряд ли вам видно так далеко. Давайте я остальное... Нет, это очень далеко, Максим. Мы сейчас все это положим вот сюда. И в конце ролика я обязательно покажу это все ближе. Очень красиво. Оля, спасибо, столько украшений. Прямо вот девочки на девочке. Очень. Вот так положим рядышком. Ух вот ты. Петуха. Это блокнот. Блокнот за дуглы. Да, который нужно... Это ежедневник, наверное. А, даже. Помнишь, у нас такое есть? У нас с кошечками и с цветочками. Да. В общем, вот нужно разукрашивать и делать какие-то записи. Вот такой оригинальный блокнот. Очень-очень интересный. Вообще супер. И есть странички для записей. Как много интересного. Очень. Спасибо огромное. Возьми карандаши, рисуй, твори, пиши. Вот такой вот Петя к нам приехал. Алиса! Блокнот с Алисой. Ого! Какая красота! Путешествие к мечте. Блокнот для планов, желаний, решений. Смотрите, какая. Виктория Кирдий. Или Кирдий. Кирдий, наверное, 12 с плюсом. Тоже надо ближе показывать. Он нет. Такой оригинальный. Такие вот листочки. Какой красивый. Да. Есть определенные странички, посвященные конкретным темам, каким-то планам. Дарите радость себе уже сегодня, сейчас. Не откладывайте на завтра исполнение тех желаний, который возможно осуществить в данный момент. Оп, смотри, одна девочка. Ты же Алиса. Это я. Это не Алиса. Ну, это... А где ты? Вот она. Ну, посмотри. Вот так. Ты куда развернул? Там вдруг написано что-то важное. Ну, я прочитаю. Да, я... Вот женщина должна быть любимой, счастливой и красивой. А больше она никому ничего не должна. Никогда не говори. Я ошибалась. Надо говорить. Надо же, как интересно получилось. Нужно быть оптимистом. Точно. Вот такая открытка красивая. Как на девочке. Да. И тут мне тоже понравилось. Хоть раз поверь, что может произойти даже самое невероятное. Тогда ты не будешь так шокирована, если все пойдет не так, как ты ожидала. Это для тебя, если ты не будешь так шокирована. Ой, да он такой интересный. Тут картинок. Есть. И еще листья с картинками. Шикарные вообще. Каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Вот такая картинка. Вообще шикарный альбом, шикарный блокнот. А вот это для меня уже. Вот. Прямо очень. И у него есть закладочка. Оля, спасибо. Ну, все знают мою любовь к таким вещам. Это просто вот шедевр. И вот эта вот рыженькая девочка, она и тут, и на открыточке, и в этом красивенном блокноте. Давайте я вот так поставлю, чтобы было все-все видно. Вот видно это... вам? Ага. Блокнотик для оптимистов. Маленькое разноцветное счастье. Блокнотик для оптимистов. Ой, а какой он тоже интересный. Картинки. Да. Все с картинками, все с надписями. Вот здесь вот. Каждая картинка интересная. Каждая страничка цветная. Давайте тоже найдем. Ой, я поближе тоже покажу. Тут даже есть... Помнишь, у нас была книжка про Алису? Там тоже... А, у нас все будет замурчательно. Там тоже эти... Так чудеса. Оля и присылала нам замурчательно. А, получается, это она, наверное, в одном месте купила. Может быть. Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Такие вот тут тоже высказывания замечательные. Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что приходит. И тогда счастье само найдет тебя.
Это Омар Хайям сказал. Вот такие вот надписи. Вообще замечательно. А помнишь, замечательно было, были строки из Алисы, что как чешерский кот говорит, что все безумные, кто попал в этот мир, Алисе. Вот так. Так что, Оля, смотри, как нам прямо в сердце попадают твои подарки. Цитируем до сих пор. Спасибо тебе огромное. Ну, что там дальше? Ластики. Какая красота! А они по форме цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шикарный набор ластиков. Вы посмотрите, в форме циферок. Из животных. Вот такой палочка-петушок. Вообще. Оля, где ты нашла такой клад? Вот такая красота. Да тут все нужно на макросъемке показывать близко-близко. Замурчательно все. Все у нас тут замурчательно. Влажные салфетки Angry Birds. Ну, Максим, судя по всему, до своего пакета добрался. Вот такие салфеточки. Спасибо. Вот я хочу сказать, даже вот каждая мелочь, даже вот салфетки подобраны от всего сердца. Это же нужно найти интересные, чтобы дизайн был красивый, рисунок, вот, который привлекает. Вообще спасибо, огромное-огромное спасибо. Вау! У ребенка сердечный приступ. Записная книжка для мальчишек. И как она выглядит! Нереально! Так вот круто. Такая вот книжка. Нереально, вообще даже футбол, это игра. Вот видишь, контакты друзей, например. Правда, настоящая мальчуганческая книжка. Но даже по-другому сказать, смотри, контакты друзей. Контакты, но только мальчишки так. Только мальчишки могут так сказать. Все, мальчишка уже. Тут, во-первых, написано ФИО школа, адрес школы, телефон школы, ФИО родителей. То есть тут, знаете, такой... Ой, типа это дневника. Вот видишь, тут есть, например, футбол. Мир тут есть, спорта, да. Видишь, футбол тут даже есть иногда. Даже кто-то в футболе нас заел. Ну, просто... Мир спорта, как отрегулировать велосипед. То есть тут даже советы для мальчишек вообще. Рыбацкие премудрости, рыбная ловля. Мамочки. Так, крупным планом берем Макса. Ребенок пищит от счастья. Нереальный блокнот, такой красивый. Ой, ну вообще, ну правда, очень красивый блокнот. Каждая страница оформлена интересно. И причем тут вот идет, смотрите, несколько страниц вот просто для записи. И потом дальше опять идут отдельные такие советы. Так, ну вот, что такое футбол? А нет, что такое вещество? Сейчас я покажу, тут очень интересно я увидела. Что такое вещество, силы и движение? Это должен знать каждый. Энергия, мощность, теплота, свет. Видите, то есть такие еще полезные советы. Подготовка вырастать мужчиной. Что такое звук, изобретение? Ты должен это знать. Тут меры. Когда что появилось? Ну, правда, вот реально, Оля, спасибо. Огромное спасибо. Посмотри, какие были эмоции тут. А еще посмотри, как сбоку красиво. Тело человека. Первая помощь. О, можно лечить кого-нибудь. Да. Например, мамочку. Тут даже как вот если кто-то вдруг упал. Ну, интересно, вообще очень полезно. И много страниц просто для записи. В общем, это с помощью этой книжки можно учиться на доктора, на скорую помощь. Нет, это скорее первые знания такие. Солнечная система, вот третий идет раздел, опять желтеньким написано, планеты, странные континенты. То есть такое все познавательное. Важное. Таблица умножения. О-о-о! Тут даже школа пошла. И про странички. Вообще супер. Вот реально супер. Мамочка, посмотри, как сбоку красиво все выглядит. Да, еще у него. Ну, вам, наверное, подробнее покажу. Не видно, да. Ну, по Максу видно, что супер. Понравилось, очень понравилось. Прямо вот чудо-подарок. Ух ты. Это набор... Это конструктор. Это можно собрать вертолет. Да, ну вот, видишь, металлический конструктор. Ну, давай,
покажу. Вот такой вот металлический конструктор. Называется вертолет с вращающимися винтами. Ух ты. Так, сейчас. Видать, это по отдельно. Там отделы разные. И можно будет собирать. Надеюсь, я сейчас ничего тут не раскидаю. Так. Да. И вот он. Все детальки. И инструкция есть. Будет красивый вертолет. Да, и есть инструкция, как собирать. Так что, Оль, спасибо. А что-то нужно даже погнуть. Например, вот эту вот часть красную, чтобы получилось вот так. Да, да, да. Так что у нас будет вертолет. Покажешь, когда сделаешь? Конечно. Покажем. Обязательно покажем. Классно. Понравилось? Ага. Красиво. У нас тут даже папа подсматривает, радуется. Вот такая красота. Очень красиво. И вот тут вот видно вид сзади. Максим тоже нас папа выглядывает, смотрит. А как мне поставить, чтобы папа было видно? Фикси-плитка. Видать, это конфетки, это сладкое. Да, что-то сладкое Максу. Ну, 100 грамм. Тут у него большой пакет. Вот это все будет, видимо, для Макса, пакетик целый. Вот что за плитка. Это такая вот сладкая конфета, шоколадка, видать. Да, фикси-плитка. И там, видимо, они все, каждая плиточка отдельная. Ну, он не разломанный, а вот они такие все кубиками. Какая прелесть. Максим, ты зря сейчас вынул. Сейчас я не засуну. Вот такой вот шоколад. Вообще супер. Интересно так оформлено. Ну, сладости мы любим. Красивые какие наклейки. Да, это наклейки бумажные с совами. Вот такая красота. Вот каждая вещь, это какое колоссальное внимание. Спасибо. Наклейки-совейки. Если честно, я сама наклеечки люблю. Когда я много пишу, я же не просто так блокноты люблю собирать. Я очень много пишу, люблю оформлять странички. И сама пользуюсь наклеечками, чтобы было красивее. Ну и Макс, соответственно, то же самое делает, только в своих тетрадках. Ух ты! Котейки! Котейки! Котики! Обожаю котиков! Да, как бы нас там мальчишки не ругали, что Макс любит кошек. Макс любит кошек, тут ничего не поделаешь. Вот такая закладка. Тут 3D-котятки. Я кошатник. Вот такие вот. И сзади еще есть линеечка. То есть такая многофункциональная закладка. А помнишь, у нас с космосом такая была 3D-шная? Угу. Да, очень красиво, прям наглядеться надо. Вот если шевелить, они там шевелятся. Такие миляшки. Ну, на самом деле, да, кошек он любит, и я люблю кошек. Поэтому я не думаю, что это показатель, что слабости мальчика, если он любит кошек. Кто-то любит собак. Собак мы тоже очень любим. На то они и животные, чтобы их любить. Чего там, сладости? Русский гематоген. Ну, давайте я вот так вот прямо все вместе покажу, а то Макс сейчас будет по одной доставать, а нам же еще и на макросъемке разглядывать. В общем, вот такие вот сладости. Вот. Сразу 4 штуки. Ой, как много всего. Карандашики. Это карандаши, да, цветные карандаши. Вроде бы на руке тоже можно ими рисовать. Каляка-маляка называются, 12 цветов. Кажется, понял. Можно каляку сделать на руке, например, можно рисовать. И разработано специально, чтобы даже маленькие дети могли ими пользоваться, потому что тут мягкий прочный грифель, классическая шестигранная форма, яркие насыщенные цвета и легко затачиваются. Вот такие каляки-маляки. У нас есть где рисовать, где у нас там... С петушком блокнот. Так что будем разукрашивать. Вот фломастеры смываемые. Ух ты. Смываемые? Да. Тоже каляка-маляка. Тоже каляка-маляка, тоже для деток от 3 лет. И смываемые. То есть, если ребенок нарисует на себе, вы будете смывать не неделю. А можно будет просто помыть ручки. Макс, по кругу. Давай следующий доставай. Оля, так много всего. Вообще... Какая смешная овечка.
Да, Зева. Это я говорю, прямо даже дизайн продуман, все такое красивое, все такое позитивное. Вообще. Вот как говорят, мелочь, а приятно. Вот реально приятно. Настолько приятно. Спасибо, моя хорошая, огромное. А помнишь, ты сказала, что мы любим собак? Да. Да, блокнот с собачкой, с песиком. У Макса есть даже друг. У которого есть собака. Одна собака. Я про собаку говорю. Как его зовут? Спайк. Да, у Макса есть друг Спайк, собака. Вот он любит с ним гулять. Вот такой вот песик. Красивый. Ножницы. Как раз у меня тяжеловато режут. А ножницы-то для кого? Для левшей! Вот так. Поэтому у него тяжеловато для правшей пишут. Спасибо, Оль. Сейчас сразу в школьный рюкзак положит. Да, просто мне правда. Там те вообще сложно резать. Если и режут, то белые вот такие вот отрывки остаются. Ну, это потому, что ты не той рукой. Или это... А теперь отрывков не будет. Так что для левшей нам нужно. Спасибо, Оль. Даже об этом позаботилась. Вот такой монпансье, карамель, котята. Тоже киска. Котейка. Да, тоже котейка. Все, пакетик этот у нас. Несу доброе. Добро. Вот так называется посылка. Несу добро. И это действительно так. Потому что человек, который столько может прислать, это... Не каждому понять. Меня вот я вначале начала говорить, мне даже в личку люди пишут, что вы делаете, что вам присылают. Ну вот что можно сделать, если у человека добро в сердце? Ну вот и несет добро. Очень приятно, на самом деле очень приятно. Оля, спасибо тебе огромное. Девчонки нас задарили, конечно, это очень приятно. Как знаю, нужно было взять эти фломастеры и имя написать, тут несу добро. Да. Ну и остались два у нас вот таких. Красивых, позитивных. Пакетика. Похоже на Минни Маус. И там мыло. Давайте смотреть. Я уж на них весь ролик все поглядываю. Первое мыльце идет от Камей. Это аромат орхидеи. По-моему, черный. Черный орхидеи и масло пачули. Очень вкусно, вкусно так пахнет. Вау. Да, вот такое вот мыльце. Я уже сейчас буду пока в кучку складывать, а потом разложу красиво. От Палмолив. Малиновое. Вот такое тоже очень вкусно пахнет. Оно глицериновое, такой полупрозрачный кусочек. Красивый. Следующее мыльце. Ландыш. Ну, ландыш я вообще обожаю. Вот такой ландыш. Спасибо. Оля учла все, даже вкусы, интересы, вот все учла. Спасибо. Конфетный запах такой. Детское мыло Johnson's Baby. Понятно, что такой сладкий запах. Да, очень вкусно, вкусно. Нежно-нежно пахнет так. А, медовый, наверное. Угу. Медовое и пахнет так. С другой стороны. Ну, пока пусть нюхает, а я следующая. У меня следующее. Такой сладкий аромат. Это пустая. Прям такой конфетный, отсюда сочится запах. Угу, вкусный. Так, ванильная, ты фраше. Вот такой кусочек, подожди. Ну, пахнет очень вкусно. Нежно-нежно ванилькой. На, нюхай. Оля. Вау. Еще один Палмолив. Экстракт цветка вишни. Вкусно. Вишенка такая. Да, вишенка. Я очень люблю, когда аромат мыла немножечко присутствует. И вот тут вот вишня мыльная, вообще вкусная. Ну и сама упаковка очень-очень позитивная, красивая. Супер. Вау, такой лесной аромат. Монпари. Из листьев такой запах, да, лесной? Да, травяной запах. Очень вкусно пахнет, очень прям. Дыхание природы, да, видите, Макс правду сказал, пахнет листвой, дыхание природы, очень вкусно, супер. Ну и? Не очень понятный запах. Не очень понятный, розовое натуральное мыло. Оно розового цвета, что ли? Ну, оно идет как банное, то есть вот это мыло в мыльницу.
пепельницу и уже мыться. Рецепты чистоты — это натуральное, хорошее, качественное мыло. Вот такая у нас была шикарная посылка с красивенными просто упаковочками и пакетиками. Вот в прошлый раз красивенные упаковки у нас пострадали, в этот раз все дошло прекрасно. И Максимкина, вот еще у нас творю добро, я сейчас пропаду. Вот такое вот несу добро, тоже приехала к нам. Оля, вот реально принесла добро. Спасибо огромное, но мы еще не прощаемся. Максимка может, конечно, попрощаться, а я сейчас все поближе покажу. Но я не попрощаюсь, я буду с тобой. Он будет со мной смотреть. Так что сейчас мы разложимся. Ну, пойди пока выключай. Ага. Ну что, разложились мы? Да. Давайте мы вам поближе покажем все. Вот такая была красивенная открытка. В прошлый раз немножко, правда, пострадала, но уже была из этой серии открытка от Оленьки. Тоже с этой рыженькой девочкой, но только там у зеркала маленькая стоит. И тут вот тоже так интересная позитивная картинка. Пока трещат две подружки, тут котик у них таскает. Максимкин конструктор, который мы будем собирать. Ну, не мы, а Максимка будет собирать по инструкции. Сок уже продегустировал Макс. Вкусный? Вкусный. Очень вкусный, говорит. Плитки тоже. Да. Так, сейчас поближе. Мыло я, в принципе, все показала. Мне кажется, было видно. Так, вот шоколадки. Вот такие вот они. Кубиками. Приятно пахнут. Макс уже тоже продегустировал. Вкусно? Угу. Давайте покажем вам вот этих кисок. Интересных. Вот они такие вот все переливаются. О! Двигаются. Вот они смотрят за этим, за этой штучкой. То есть вы поворачиваете, и они за вами как бы поворачиваются и смотрят, если вот. Вот так вот. Давай положим. Сейчас покажу поближе украшения. И потом немножечко покажу поближе уже блокноты. Украшения. Ну вот это видно было, наверное. Это заколочка, резиночка. Вот такой оригинальный браслет. Все такое классненькое. Вот такой браслет. Такой. Наборы два. Очень понравилось вот это украшение. Оно такое нежное-нежное прямо. Вот если на фоне руки видно, что прямо хрупкое, красивое. Вот это стрекозка. Или комарик это. Что это? Это комарик. Комарик вот такой. С большим стразом на попе. Вот такое сердечко с Эйфелевой башней. Указывает по 4 крыла там и там. Ага. Так у него нет носика. Да, бабочка из муранского стекла. Вот он слоник с птичкой на попе и цветочком на поясе. Такой стразы на ушках. Глазка это страза. Очень красивый слоник. Так, дальше. Сейчас я обойду штатив. Посмотрим дальше. Тут муранское стекло. Так немножко сбоку, чтобы не закрывать. Вот такие серьги. Красивые. Вот этот зеленый набор очень красивый. Вот такой вот. Тоже муранское стекло. Это, я так понимаю, полимерная глина. Вот этот набор с сердечками очень красивый. Со стразиками. Такой вот под серебро или серебро, не знаю. И сердечко-кулончик. Слоник. Слоник в стразах. Такой толстенький, объемный он.
дельфинчики. Очень красивые вот эти сетки. Сиреневые, они прямо играют на солнце. Даже вот при электрическом освещении прям красиво-красиво играют. В восторге я была вот от этих серёг. Сейчас тоже поближе покажу. Тоже настолько они прямо переливаются. И зелень такая болотная, глубокая. Прям вот, я не знаю, очень красивые. Прям вот впечатлили вот эти серьги. Оля, огромное-огромное спасибо. Много украшений, очень много. Давайте поближе, конечно, покажу Максимкину вот эти ластики. Настолько они интересные. В форме циферок. Причем эти циферки животные. Там довольный Макс сидит. Да? Там под буквой 3 котик. Да, даже котика нашли. Очень понравился от Yves Rocher вот этот набор. И главное, именно он меня заинтересовал. Так, давайте покажу эту интересную пензу. Пензу. Вот у нее 80 на 150. Это, наверное, вот сама вот эта вот шлифовка. Максим, открой ее, вынь, посмотрим с другой стороны, как она выглядит. Тоже да, эта вот штука. Тут вот помелче зернистые, а здесь крупнее. Вот как раз я просто увидела вот это 80 и 150 и поняла, что она двухсторонняя. И очень солидно вообще она сделана. Прям такое дерево приятное, плотное. Похоже на банную. Ага, очень классная. Максимка опять ручки тянет. Тоже потрогать. Ну и давайте я покажу блокноты поближе. Надеюсь, вам тоже будет очень интересно их еще разок посмотреть. Просто не хватало мне второй руки. Сейчас мы попробуем как-нибудь вот так встать. И вот они, блокноты. Но вот этот, он непримечательный, потому что, ну, обычный. Вот. Тут сам дизайн, собачка красивая. Ну и давайте вот это вот маленькое счастье посмотрим. Все листики... Вот такие разные. Причем, знаете, похожи на открыточки 80-х годов. Вот эти сами странички. Ой. Вот так. И высказывания разных людей. Я помню, в моем детстве вот такие открыточки были. Я даже собирала, когда их, помню, фото Манилова, Матанова. Даже коллекции собирали из таких открыток вот этих художников. Так. Приятно, на самом деле, очень приятно держать в руках такие вещи. Спасибо, Оль, очень интересно. Ну, давайте мальчишечью еще покажу поближе. Записная книжка для мальчишек. У него сбоку очень красиво. Да, Максимка просил показать вам вот так сбоку, как смотрятся страницы. Ну и реально очень интересное оформление. И для записей. Найдешь, что записывать? Угу. Вот так вот боковинки сами страницы. Но он любит записывать, делать запись. У него постоянно есть блокноты для записи, общие тетради, и они заканчиваются. Максимка любит зарисовочки какие-то делать, как бы свои мысли в рисунках выражать. Поэтому это прям чисто его будет записная книжка. Спасибо большое. Да. Она мне очень понравилась. Очень. Ну, а я в восторге, естественно, вот от этого путешествия к мечте. Опять это моя девочка любимая. Она почему-то мне напоминает Алису. Ну, Максу Алису, а мне меня, вот мой подход к жизни. Вот я также люблю дождик, если честно. Вот так вот. Надо перекраситься. Рыжий будешь?
Рыжие будут, да. Такая девочка. Мечта – это когда ты думаешь, если бы у меня хватило смелости это сделать, и плевать, кто что скажет, я бы сделала именно это. Вот так. На этой страничке я запишу 10 поводов для улыбки. Итак. 10 строчек, 10 пожеланий. Да. И тут очень, вот я не могу согнуть вот так вот, то есть они достаточно плотные. Вот такие птички. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует. Второй, будто кругом одни чудеса. Ну, мне лично второй больше нравится. Я люблю, когда чудеса, и они действительно постоянно случаются. Вот такие вот. Сюда я буду записывать события, доставившие мне радость в течение дня. А вечером перечитаю записанные и проживу это мгновение заново. Ну, позитивное. Действительно, все настроено так на позитив. Мои силы безграничны, ведь их питает сама Вселенная. Мне удается все, что я задумала. Вот такие вот, знаете, поддержка себя. Замечательный, вообще замечательный. Мы можем тут часами листать. Все сделано очень классно. Вот это Виктория Кирди. Вот так она выглядит. Кстати, тоже такая рыжеватенькая. Вот такой чудесный, просто чудесный, восхитительный альбом. С закладочкой. Да. И вот арт-блокнот с петухом. Тут уже рисунки. Причем Оленька позаботилась не только, чтобы были у нас рисунки, но и чем разукрашивать. У нас и карандашики появились, и фломастеры. Нам Иринка присылала до этого тоже для рисования книжки, блокноты. И тоже были и карандаши, и фломастеры. Девчонки, огромное-огромное вам спасибо. Макс шоколадки трескает. Не знаю, вам видно или нет, но он таскает их потихоньку. Дневную норму. Вот такие красивые цветы. У меня вообще, я люблю, когда я думаю, я начинаю рисовать вот нечто подобное, вот такие цветочки. И, как правило, у меня такие тетради все изрисованы вот похожими цветочками. Мне так легче думать. Вот такая красота с Петей. Ну что ж, огромное всем спасибо за внимание. Застукали Макса, жующего. Где шоколад? Жует. Спрятал. Спрятал в надежном месте. Огромное всем спасибо, кто был со мной, кто был с Максимкой, кто был с нами. У Оленьки, к сожалению, нет канала. Но я бы хотела, чтобы он у нее был, потому что она тоже очень любит косметику. Плюс у нее доброе-доброе, щедрое сердце. И вот прям, не знаю, у меня прям переполняет мое сердце сейчас радостью, все ликует. Согласна, что мы избалованы посылками, но каждый раз вот реальная детская радость, которая там булькает внутри и выражается в таких эмоциях, которые прям трудно сдержать. Весь день потом ходишь, улыбаешься, все это трогаешь, прям наслаждаешься каждым предметом. Спасибо. Огромное спасибо, Оленька, тебе за позитив и за такую радость. Ну, доживал. Сейчас опять напишут тебе, чтобы я у тебя отняла все сладкое. Ну, мы скажи совсем-совсем чуть-чуть, да. Мы эту шоколадку будем с ним есть теперь вместе. Долго-долго, потому что по одной плитке в день. Ну все, спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока. И всем пока.